перевозить груз не автомобильным путем, а водным. Такие планы у Министерства транспорта на ближайшее время. Что касается этого года, то навигация начнется 26 апреля. Хоть до сезона еще 3 месяца, команды уже активно подготавливают теплоходы к работе. Запланировано на межнавигационный период 22-23 года 37 единиц флота. То есть порядка 16 единиц флота у нас уже отремонтировано. На сегодняшний день в ремонте, в активном находится 10 единиц флота. На территории на сегодняшний день выполняют ремонтные работы 42 человека. У водного транспорта края меняют проводку, двигатели, пульт управления и варят корпус. Сейчас мы подводными занимаемся работами, корпус меняем. И вот винторулевой комплекс, это называется у нас, ВРК. Винты меняли, насадки, втулки все тут, ну, всю подводную часть. Судно, кстати, оно, это, как у меня практика началась в 80-м, и судно 80-го года выпуска. Ему уже 42 года, так что металл за 42 года уже пришел в негодность. У речной отрасли стоит задача перевести водным транспортом свыше 1 000 000 тонн груза за сезон. Кроме технического ремонта, деньги пойдут и на решение острой для сферы проблемы – обмеления. Объем дноуглубительных работ составит почти 1,5 миллиона тысяч кубических метров. Дмитрий Дроздов, «День с толком».